Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Айсула Сайфуллина. В воскресенье 20 марта в набережных Челнах ожидается снегопад. Столбик термометра покажет на минус 1 градус, ночью минус 2. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 6 метров в секунду. Всего доброго. Прогноз погоды смотрите на нашем телеканале.